Приветствую вас во второй части, и я провязала высоту нашей шапочки. У меня по рядочкам получилось всего 36 рядочков, по сантиметрам 17,5 сантиметров. Я считаю, что это более чем достаточно. И вот закончила соединительным столбиком наше вязание. Теперь отрезаете ниточку и... Вот кусочек наш вытягиваем вот так. Теперь нам его нужно будет закрепить. Но прежде чем его закрепить, я вам предлагаю сделать вот что. Нам нужно полностью вот эту вот окружность шапочки поделить на 5 ровных частей. Но почему я вам сказала не заправлять вот этот кончик? Он у нас будет, так сказать, сзади, в общем, задней частью. Поэтому нам нужно заднюю часть, чтобы у нас была первая, так сказать, первая из 5 частей, делила вот эта задняя часть пополам. Ну, как бы нам нужна вот это будет одна часть, затем вторая, третья, здесь ровно половинка шапочки, четвертая и пятая. Как вы видите, я уже поделила. И сейчас смотрите, я вам расскажу, каким образом нужно поделить вам. Чтобы поделить на 5 ровных частей, вам нужно от соединительного столбика отсчитать 8 петелек. В девятую продеть ниточки кусочек. То есть я вам советую точно так же, как у меня, делить ниточками для того, чтобы вы видели. Либо возьмите булавочки, либо маркеры. Ну, в принципе, честно говоря, ниточки мне более удобно. Я их потом вытащу и, в принципе, все. В общем, 8 отсчитываете, 9 продеваете ниточку. Теперь снова отсчитываете 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Отсчитываете 17 петелек. В 18 снова продеваете ниточку. Теперь снова 18 не считаете, а начинаете со следующей. 1, 2 и так далее до 17. В 18 снова ниточку продеваете. Это у вас получается ровно середина шапочки. Снова со следующей начинаете, отсчитываете 17, 18 продеваете ниточку. И снова отсчитываете со второй, начиная с 17, продеваете 18 ниточку. Таким образом у нас получилось 5 ровных частей. Одна сзади часть, которую делит вот эта наша, так сказать, соединительная вот ниточка. Ходовая, рабочая. И начиная с вот этой части, вот у вас пошла вторая, третья, четвертая и пятая. Таким образом, мы поделили с вами нашу шапочку на 5 ровных частей. И сейчас мы будем провязывать ушко. А провязывать мы будем вот в этих частях. Если вы положите заднюю часть вот так вот от себя на ручку и возьмете вот эту вот заднюю часть, не считая, а ровно перед, в общем, как получается, пол шапочки. Вот это у нас перед является, вот так вот. Посмотрите, если соедините, посмотрите, что это у нас перед. И ушки у нас будут располагаться, если вы уберете вот эти вот две части переда, а возьмете вот эти вот, получается, вот зад, вот вперед, и между ними вот они наши части. В этих частях будет располагаться наши ушки. Вот, как вы видите, я уже связала первое ушко. Сейчас я вам буду показывать на левом ушке, как связать в общем ушки. То есть вы будете делать, как мы сейчас будем делать левое ушко, так будете делать и правое. Оно делается одинаково. Берем ниточку и ту часть, где у нас, вот как получается, я вам говорила, задняя часть хвостик. Почему я сказала вам не обрезать, чтобы вы по нему ориентировались. И начиная от хвостика, то есть у нас вот эти вот, которые хвостик делит пополам деление, от него вот берем вот эту часть. Точно так же и здесь. От него первую берем часть. То есть вот они ниточки, которые делят заднюю часть. И вот боковые части. Там, где у нас ровно шапочка пополам, до ушка одного и до ушка второго, это передняя часть. Если хотите, чтобы не запутаться, можете вытащить ниточку. Она нам, в принципе, здесь на передней части абсолютно не нужна. То есть мы берем сейчас вот эти боковые части. У меня здесь от петелечки до петелечки, в которой у нас ниточки, 19 петелек. Итак, берем ниточку, крючок.
И первую петельку, там, где у нас ниточка, протягиваем вот так вот ниточку голубую нашу или там основного цвета, какого у вас сейчас. Теперь краешек короткий, ложим на вязание и постепенно будем его завязывать. Сейчас делаем одну воздушную петельку, как бы закрепляем ниточку. И провязываем в ту же петельку основания столбик без накида. Это у нас первый столбик получается. И теперь ниточку ложим, еще раз повторюсь, на вязание. Мы ее постепенно завяжем. Провязываем второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый. То есть, вот как вы видите, мы провязали от одной ниточки до другой все 19 петелек. Провязали 19 столбиков без накида. Теперь делаем воздушную петельку и разворачиваем внутренние части. И в ту же петельку первую провязываем столбик без накида. И во все последующие петельки провязываем по столбику без накида. То есть провязываем 19 столбиков. Сейчас мы провязали 3. Теперь я продолжаю 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и в последнюю петельку провязываем 19 столбик. Провязали 19 столбиков, сделали воздушную петелечку. Разворачиваем на лицевую сторону. А начиная с этого ряда, мы постепенно будем делать убавление, чтобы у нас ушко как бы было такое вот треугольничко, вытянутое. Итак, делаем столбик без накида, но во вторую петелечку. То есть вот петля первая, вторая. Во вторую делаем столбик без накида. И начиная с этого столбика провязываем 17 столбиков. Но 17 у нас тоже будет с убавлением. Поэтому средние 16 мы для начала провяжем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. А теперь смотрите, 16 провязываем столбик без накида, а 17 провязываем следующим образом, с убавлением. То есть захватываем первый столбик, не довязываем до конца полустолбик. И последний столбик. Вот так вот захватываем ниточку, снова не довязываем. Вот у нас на крючке 3 петелечки. И соединяем их общей петелькой. Делаем воздушную петлю. Таким образом у нас 17 столбиков без накида провязано в этом ряду и воздушная петелечка. Разворачиваем наше вязание. И теперь каждую петелечку провязываем по столбику. То есть провязываем в изнаночном ряду 17 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17. Довязали последний столбик и сделали воздушную петелечку. Теперь разворачиваем вязание и снова лицевой ряд мы будем делать убавление. Снова вяжем во вторую петелечку столбик без накида. И в этом ряду у нас уже будет, получается, в первом у нас было 19 столбиков, во втором 19, в третьем 17, в четвертом 17. Значит, сейчас снова мы 2 петелечки убавим в начале с помощью того, что мы провязываем во вторую петелечку. Одна убавочка, то есть мы здесь не делаем убавление, а просто во вторую петелечку, в следующую провязываем. Таким образом сократили одну. И в конце мы будем делать одно сокращение. То есть провязывать будем в этом ряду 15 столбиков. Итак, 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, а 15 мы провяжем, еще раз повторюсь, с убавлением. Вот так вот провязываем полустолбик в следующую петлю, не довязываем, и в последнюю петельку делаем полустолбик и соединяем 3 петельки общей петелькой. Делаем воздушную петлю, разворачиваем с изнаночной стороны, снова без изменения провязываем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и в последнюю петельку 15. Сделали воздушную петельку. И снова лицевой ряд будем делать убавление в начале и в конце. Значит, сейчас у нас будет 13 столбиков без накида. Во второй столбик провязываем, как бы убавление сразу делаем. Во второй столбик столбик без накида. Значит, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, а 13 снова делаем убавление. Крючок в следующую петелечку захватываем вот так вот ниточку. У нас уже на крючке 2 петелечки. И снова в следующую захватываем ниточку, 3 петелечки соединяем общей ниточкой. И делаем воздушную петлю. Сделали снова 2 убавочки. С этой стороны каждую петелечку провязываем по столбику, то есть провязываем 13 столбиков без накида. Как вы заметили, в лицевых мы делаем в рядах убавления, в изнаночных просто провязываем без изменений. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 и 13. Воздушная петелька, лицевой ряд, снова убавление. Во вторую от крючка провязываем столбик без накида. В этом ряду снова делаем в начале, в конце убавления, то есть провязываем 11 столбиков, делаем в этом ряду. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И снова в следующую петелечку захватываем. У нас на крючке 2 петелечки. В следующую захватываем петелечку. 3 петелечки. Общей соединяем ниточкой и воздушную петлю. Таким образом мы сделали снова сокращение. 11 столбиков провязали без накида вместе с убавлениями. Теперь в изнаночном ряду провязываем эти 11 столбиков без изменения. Третий столбик, четвертый, 5, 6, 7,
8, 9, 10 и последний столбик 11. Воздушная петля, разворачиваем. Снова во вторую петелечку от крючка провязываем столбик без накида. И в этом ряду у нас будет 9 столбиков вместе с убавлениями. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 столбик провязываем убавление. Полустолбик, в следующую петельку полустолбик. Вместе соединяем 3 петелечки одной ниточкой. Воздушная петля, изнаночная сторона, 9 столбиков без накида, без изменения. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Воздушная петля, лицевая сторона, убавление. 7 столбиков без накида вместе с убавлениями. Во вторую петелечку от крючка. Первый столбик, второй столбик, далее третий столбик, четвертый, пятый, шестой и седьмой делаем убавление. Полустолбик и в следующую петелечку полустолбик. И три петелечки соединяем общей вершиной. Воздушная петля в этом ряду в изнаночном, просто в каждую петелечку по столбику провязываем до конца. 3, 4, 5, 6 и 7. Воздушная петля на лицевой стороне, убавление делаем, уже будет 5. Во вторую петельку от крючка первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый, это будет убавление. Один раз полустолбик, второй раз полустолбик. И делаем общую вершину у трех петелек наших. И так сократили. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Все 5 столбиков без накида провязываем без убавления. 3, 4 и 5. Воздушная петля, делаем последнее убавление. Во вторую петлю от крючка провязываем столбик, второй столбик и третий столбик делаем убавление. Раз полустолбик, последнюю петлю второй полустолбик. Общая вершина, воздушная петля. Здесь провязываем просто 3 столбика без накида по столбику в каждую петельку. Таким образом мы провязали убавление до конца. Довязали наше ушко. Точно так же я сделала второе ушко, вы сами самостоятельно постарайтесь доделать ушко. Если нет, включайте заново видео и просматривайте, как мы вязали это. Я думаю, здесь труда вам особого не составит. Здесь просто берем эту петельку, можете воздушную петлю, как я, сделать и вытянуть. Хотите, как-то закрепите иначе. В принципе, я думаю, что здесь сложностей никаких не будет. Итак, в общем, обрезали ниточку, вторую связали, второе ушко самостоятельно тоже, вот как вы видите, вот она, наша передняя часть шапочки. Я вытащила специально ниточку, чтобы вы не путались, среднюю. И вот они, наши две части. Как вы видите, задняя часть равна двум частям передним, то есть одна часть и вторая часть, так как у нас здесь должно быть, так сказать, помещаться детское личико. Довяжите самостоятельно. Я думаю, все в принципе здесь должно быть понятно. И коль я сделала такое, скажем так, полное описание, как сделать ушко, тогда до встречи в третьей части.